шарики, сказочные персонажи и звонкий смех. По случаю открытия после ремонта детской поликлиники номер 1 на проспекте Авиастроителей организовали настоящий праздник. Впервые медучреждение отворило свои двери 30 лет назад. За это время здравницу ни разу капитально не ремонтировали. Однако юбилейный для учреждения год внес свои коррективы. Отныне поликлиника будет принимать маленьких пациентов в новом формате. Специалисты у нас будут работать тех, которых не было. Это иммунолог-аллерголог, это нефролог, это гастроэнтерологи, которых раньше не было, и многие другие специалисты. В поликлинике поменялась сама структура работы. Это открытая регистратура по типу ресепшена, картохранилище, колл-центр, игровая зона организована. Здесь также есть колясочные, оборудованные пандусы для маломобильных граждан. В Заволжье это вторая, так называемая бережливая поликлиника с клинико-диагностическим отделением. И, как сообщает руководство регионального Минздрава, далеко не последняя. Давно назрела проблема, а именно, что необходимо пересмотреть формат работы всей детской службы. То есть мы не говорим просто о ремонте поликлиники. Это включение и переработка именно бережливого стандарта, стандарта новых работы детских поликлиник Ульяновской области. Это мы говорим о внешней среде, о внешнеподъездных путях, стоянка для автотранспорта. Торжественное открытие посетил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Глава региона осмотрел каждый отремонтированный кабинет, проверил работу регистратуры открытого типа. Успел пообщаться с родителями малышей, ознакомиться со всеми перспективами учреждения здравоохранения, чтобы помочь в дальнейшем развитии. Вы готовьте вам, что вот некий список тех дел, которые, так сказать, должны быть профинансированы по моей квоте. Вы там по своей квоте заложили свои средства. Значит, фракция «Единая Россия», она там свою квоту, что называется, так сказать, тоже будет использовать. И плюс губернаторская квота. Мы таким образом набираем в полном объеме на те, так сказать, проекты, которые мы с вами обсуждаем. Мама двоих малышей Алена Щербакова уверена, что детки теперь будут приходить на прием к врачу, как на праздник. Преображение поликлиники ждали не только родители, но и сами ребята. Ну, конечно, мы этого долго ждали, сколько был ремонт. У меня ребенок уже 2 месяца спрашивает: мам, когда откроют. Вот узнали сегодня, пришли, очень приятно. Даже не приятно, как праздник, действительно, приходить в такую поликлинику. Дети уже тут везде поиграли, в каждом уголке. Все понравилось. Дети в восторге. Модернизировать детскую поликлинику продолжит и дальше. Чтобы к 2021 году на ее базе сформировать современный центр охраны здоровья женщин и детей. Рената Люлова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.